Надо больше пить, заявила первая леди США. Мишель Обама начала новую кампанию под названием Drink Up. Речь идет о воде. Супруга президента призвала сограждан ежедневно выпивать на один стакан воды больше привычной нормы. По мнению Мишель Обамы, это самый легкий способ борьбы с ожирением. Кампания по замене газировки и соков чистой H2O предусматривает специальную символику, конкурсы в социальных сетях и разъяснительный тур первой леди. В Америке каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок имеет лишний вес. Мишель Обама планомерно пытается сломать эту тенденцию. Предыдущая инициатива Обамы называлась «Давайте двигаться», которая призвала американцев, в первую очередь детей, побольше заниматься спортом.